включая интеллектуальную собственность. Лучшая часть моего программы. Просто мои песни, мои тексты, моя музыка. Я не знаю, что ей не нравилось. Иной раз она даже кидалась в меня ртуком. Просто больше не хотелось быть с ней. Она была такой навязчивой. Для меня это было такое облегчение, как Гарасплич. Она так и не смогла привыкнуть, что меня постоянно нет. У тебя же нет проблем с этим? Не хочешь меня покатать? Вы меня напугали. Что вы там делаете? Там кран протекает. Thank you.
должна была встретиться кое с кем из Биндера. Ну, типа свидание вслепую, но, видимо, он не придет. Можно мне сообщить с полицией? То есть она не придет? Нет. Ну, надеюсь, придет мой сэндвич. Прости, опоздал. Привет. Спал как младенец, Коди. А, Кейти. Ты проспал? До полудня? Правда? А на работу тебе не надо? Нет, я сейчас в поиске. Я приехал сюда, чтобы стать актером. Жил на свои сбережения, но вообще я надеялся, что найду работу быстрее. Так что пора бы мне уже ее найти. Да, я слышала, что все это не так просто. Да уж. Но ничего, друзья разрешили мне пожить у них, хотя мне кажется, что их уже напрягает видеть меня на диване, так что... И давно ты у них на диване? 2 года. Да знаю, знаю, но мне просто кажется, что следующее прослушивание уж точно будет удачным. Понимаю. О, спасибо, Хан. Здорово. Мне ничего не надо, спасибо. Не голоден? Сейчас не могу себе ничего позволить. Так что ешь. Извини, ты опаздывал на 20 минут, и я решила, что ты уже не придешь, и заказала сэндвич. Все в порядке, никаких проблем. Может, хотя бы что-нибудь выпьешь? Блин, нет, не могу позволить. Но я могу тебя угостить, если хочешь. Серьезно? Да, конечно. Ну ладно. Давай. Я буду молоко фраппе со взбитыми сливками и топпингом из корицы в стакане на вынос. Пожалуйста. Спасибо. Да не за что. Чем ты занимаешься? А, я веб-дизайнер. Прошу прощения, нужно ответить. Да, пожалуйста. Конечно. Потом он сказал, ты красавица, и свалил. Погоди, погоди. Так и сказал, ты красавица? Серьезно? Тебя огорчила именно эта часть истории. А как же то, что он взял свой кофе и умотал? Это не... Кстати, я уверена, что именно при помощи Биндера этот парень не питается. Купи я ему еды, он бы, наверное, остался. А приди он вовремя, я бы, наверное, купила ему еды. Наверное, тебе пора завязывать с этим. Это еще что? На прошлой неделе парень пригласил меня к себе, и пока я ехала, написал, чтобы я по дороге купила пиццу. А когда я приехала, я отказалась спать с ним. Он как с дикой сорвался и выгнал меня, а пиццу оставил себе. Кейко, ну это же... Как же так? Все в порядке, я проколола ему колеса, когда уходил. Молодец. Кейко, зачем ты вообще поехала к нему? В смысле? В смысле, что если ты готова встать с дивана, одеться, сесть в машину и поехать куда-то, то меньшее, чего можно ожидать, чтобы этот парень сделал то же самое. Дорогая, ты стоишь того, чтобы встать с дивана. А еще он мог оказаться серийным убийцей. И это тоже. А если он недоволен тем, что ты не дала ему на первом свидании, то ты неинтересна ему как личность. Правда? Ну да, ты можешь быть самой великолепной, потрясающей и замечательной девушкой в мире, но для него ты просто секс-игрушка, которая сама приезжает к нему домой. Еще бы он не разозлился из-за отказа. Если, конечно, ты приехала не ради секса. Да, безусловно, если ты приехала ради своих потребностей, никаких проблем.
детей. О, наших детей. Кстати, я хочу троих. Что ты делаешь завтра вечером? А, пока не знаю. Тогда идем в кино. Не уверена, что смогу. Завтра. Что, правда? Да. Ну ладно. А если в четверг? Сделаем заказ? Да, да, конечно. Закажем. Идем с тобой в кино в четверг вечером. Да, я не могу сказать, что заинтересована. Заинтересована? В ком во мне? Как ты можешь так говорить? Ты меня совсем не знаешь, мы только встретились. А вот именно. А ты уже приглашаешь меня на второе свидание. Ну да, а что не так? Серьезно? Боже, ты одна из этих. Из каких этих? Я бы понравился тебе больше, если бы был выше. Не знаю. А я бы понравилась тебе больше, если бы была толстухой. Фу, нет, Б, гадость. О, Господи. Ну, я так и знал. Женщины, это вы виноваты во всем. Ты о чем вообще? Да ты прекрасно знаешь, о чем я. Судить о мужчине по размеру его пениса. А нечего судить о женщине по размеру ее груди. Хотя, судя по тому, что я вижу, я бы победил. О, Господи, ладно. Теперь мы точно не узнаем, хотя у тебя и был шанс. Да, у тебя тоже был. Ну, ладно. Знаешь что? Я ухожу. Хорошего дня и... Не переживай за свой рост. Уровень твоих заморочек достаточно высок для вас обоих. Ничего себе. Ну, ладно. Чем тебя угостить? Ты работаешь? А что это? Ну, там сайты и все такое. Я учитель. Не люблю, когда мои женщины работают. Я люблю детей. Ты хочешь детей? Готовить умеешь? Я просто обожаю собирать марки. Как ты удержишь мужчину, если не готовишь? По-моему, ты немного старовата для всех этих семейных дел. У тебя хорошие детородные бедра. Мне нравятся бедра. Ну, в смысле... Поезд ушел. Тебе стоит увидеть мою коллекцию. Ты должна быть хороша в сексе, если не готовишь. Знаешь, шансы родить ребенка с синдромом Дауна после 35 лет значительно возрастают. Я найду этим бедрам хорошее применение. А сколько тебе? 36-39? У меня будет босая и беременная. У меня даже есть третья. Инаугурация Вашингтона. Я обожаю лошадей. Обязательно вместе покатаемся. Кто мог подумать, что ты в таком возрасте еще планируешь семью? Будет весело. Я знаю шикарные маршруты. У учителя есть предел возможностей, именно поэтому я люблю коллекционировать марки. Вариации бесконечны. Что ж, это пустая трата. Приглашаю прокатиться. Что скажешь? Итак, за твой напиток $23.43. Плюс чаевые налоги. Знаешь, уже не важно. Это что значит слишком поздно?
чего, чтобы познакомиться с кем-то. Уже на Неаполе. Даже если я завтра встречу любовь всей жизни, приглашать его к своим на Рождество будет рановато. Да, пожалуй. Если, конечно, не хочешь его спугнуть. Именно. Мы с Майклом встречались 3 года, а он так ни разу и не съездил. Да, но он-то убежденный холостяк. Так что, видимо, я снова одна еду к своим на Рождество. Это все равно лучше, чем с Майклом. После прошлогоднего разрыва я поклялась себе, что больше не поеду домой на Рождество одна. Никогда. Что я наконец-то встречу того самого парня, и что в этом году мы проведем праздники вместе. Да уж. Это был слишком грандиозный план. Тогда неудивительно, что ты так активничала. Хороший мальчик. Может, ты и поедешь домой одна? Но это же не мешает встретить тебе хорошего парня до Рождества. Мне пора. Он приехал. А вы не могли бы открыть ворота? Или нет? Можете не спешить. Этот АББТ СКП, ничего особенного. Тоже мне проблема не любить выходить в люди. Много ты понимаешь. О, привет. Привет, дорогая, ты выглядишь. Пожалуй, нам стоит найти новый ресторанчик. Потому что этот ты осквернила своими психопатами из Биндера? Да. Но мы всегда сюда ходим. Не назначала бы ты свидание здесь, все было бы замечательно. Ой, привет. Привет, Хан. Спасибо. Привет, Кейко. Ой, привет, Хан. Я хотел спросить, ты ешь? То есть, хочешь поесть вместе со мной? Поужинать? С удовольствием. Завтра? Да. Отлично. Ух ты, вы это видели? Это было еще более мучительно, чем я себе представляла. Он был так решителен, так прямолинеен. Что ж, самое время. Некоторые предпочитают делать что-то тогда, когда считают нужным, а не торопиться, чтобы успеть вписаться в какой-то определенный отрезок времени. Да что, я ей все рассказала? Ой, это был секрет. Простите, простите меня. Хан только что пригласил меня на свидание, и я совсем забыла про правила. Шалава важнее парней. Давно не мужала. Почему у женщин сотни оскорбительных прозвищ, связанных с их половой жизнью, а у мужчин ни одного типа? Серьезно? Шалава, шлюха, водоскуха, курва, шалава.
спасибо. Может, ты что, ни с кем из Миндера даже сексом не занималась? Нет. Я ищу того самого, поэтому следую всем правилам. Но знаешь, не писать в первый, избегать секса определенное количество времени. И тогда они сами приползут к тебе. Ланя, Анна, неудивительно, что у тебя ничего не выходит. Но не знаю. Я общаюсь со всеми этими незнакомыми парнями и после нескольких бесед говорю, давай встретимся. И иногда это срабатывает, а иногда отпугивает. Я к тому, что не знаешь наверняка. Если бы я не сказала сама, они бы предложили встретиться или остались бы в качестве ОБД из кафе. Боже, я так рада, что мне больше не нужно заморачиваться с этим. Счастье, как мы. Ладно, спасибо тебе, Кейко. До встречи, пока.
знаешь. Так, так. Отличный день ты выбрал. Ой, привет. Далеко ушли. Вы видите его? Да, он потерял подкову. Да, я вижу. Вам что-то нужно? А вам что-то нужно? Ну, если у вас в кармане завалялась подкова? Нет. У нас все в порядке, можете ехать. Хотелось бы портить вам день, ведь мой проходит просто шикарно. Они ведут себя так, словно я задаю очень личный и интимный вопрос, вместо того, чтобы спросить то, что и так по ним ясно. Вдруг им не нравится оценка по внешности? Это шутка, да? Я имею в виду, что все основано на внешности. Не только онлайн, но и если бы мы встретились в баре или в магазине, они бы заговорили со мной, только если бы я им понравилась. Можно ли по фото определить их рост? Вообще-то нет. Даже если они стоят рядом с кем-то, все равно непонятно, какой у этого кого-то рост. Вот так. Ладно, залезайте. Нет, пешком быстрее. Даже не сомневаюсь. Нет, давайте вы. Я не могу ехать верхом, если вы идете. Правда, все в порядке.
Очень непросто отпустить тебя. Ну, вот, был бы какой-то способ дать мне знать, что ты хочешь снова увидеться, какая-нибудь штуковина, которую ты мог бы использовать. Например, телефон? Как вариант. Хорошо, встречка, я позвоню тебе. Ладно. Ты в курсе, что для этого нужен определенный набор цифр? В курсе. Хочешь? Знаешь? Thank you.
всю дорогу ехать? Всю дорогу? Наберись терпения. Мы едем на фильм? Просто сиди с закрытыми глазами. Еду, привезти ее сюда? Нам везут пиццу? Нет. Гораздо лучше. И что ты будешь с этим делать? Готовить. Да? Где? На огне. Ты серьезно? Первый раз? Да. Ну что ж, я тебя научу. Ты уверен, что это гигиенично, а? Смеешься? Ну ладно. Тебя беспокоит гигиеничность? Идем к огню. Идем. Несу их прямо в пламя, то сгорит. Я хочу, чтобы они приготовились. А, поэтому держи вот так. Да? Ну ладно. Это же огонь. Такой командир. Говорит мне, что делать, и я сама хочу готовить. Кто здесь новенький? Это правда. Правда. Как ты увлеклась лошадьми? Ребенком. Я хотела пони на каждый день рождения. На каждый праздник. Но родители не могли себе этого позволить. И при первой же возможности я купила Чарли. И с тех пор мы вместе. Надо же, здесь так тихо и так красиво. Еще. Что мы можем провести его вместе. Это что, просто интрижка? Нет.
согласию, вместе хорошо проводят особенное время в году. Интрижка на празднике. Да, если хочешь так думать. Не хочу. Ну, я так тоже не думаю. А звучит, будто думаешь. Слушай, я не хочу никому причинять боль. Мне хорошо с тобой, но я не думаю, что это может перерасти во что-то серьезное. Почему нет? Мне нужно что-то очень особенное. И это не я. Слушай, мы не обязаны это делать. Поэтому я тебе и говорю все как есть, чтобы ты принял обоснованное решение. Я бы с удовольствием провела с тобой праздники. Но если тебе не нравится такая схема, никаких проблем. А если тебе это подходит? В пятницу я хотела украсить квартиру, и мне бы не помешала помощь. Бесплатная рабсила? Да нет, ладно, просто приходи, я все сделаю сама. Хорошо. Хорошо. Но у меня есть условия. Относительно украшения квартиры? Относительно нашей интрижки. Ну-ка. Первое. Ты встречаешься только со мной. Принято. Второе. Должно быть минимум 3 свидания в неделю. Ты уверен? Не слишком ли это часто? Еще надоем? Уверен. Да? Ну ладно. И последнее. Никакого секса. Серьезно? Почему? Я хочу выиграть честно и справедливо. А после секса ты уже не устоишь передо мной. Здесь нечего выигрывать. Это не соревнование. Как сказать? Так и говорю. Ладно. Ладно. Условия все. Хорошо. А теперь попробуй. Интересно. Объеденье. Правда? О боже. Как такое прошло мимо меня? Вот уж не знаю. Наверное, это твой тип. Ты со всеми так делаешь. Возишь их на ферму, готовишь им ужин. На ферму-то вожу, но вот зефирки делаю далеко не всем. Ну что ж, спасибо, что проводил. Не за что. В пятницу увидимся? А как же. Отлично. Доброй ночи. Спокойной ночи. Динамо. Кто бы говорил? Он сказал, никакого секса. Ты должна выйти за него. Может, она и права. Я ни за что не выйду за него. Почему? Слишком красивый и вежливый? Он конюх. Ну да. Но конюх, который ставит условия. Мне это нравится. Да ничего подобного. Он странный. Странный? Ну да. Он даже не прошел в квартиру и не присел. Я пошла одеться, возвращаюсь, а он стоит, как истукан. Может, у него фобия? Это не очень-то ему поможет. Я думаю, у него проблемы с социализацией. Знаете, такие, которые на вечеринке всегда одни. Придется всю жизнь развлекать его на мероприятиях. Это же с ума можно сойти. Это зависит от того, сколько мероприятий ты планируешь посетить. Знаешь, Кейти, от 2 вечеринок в год, на которые ты ходишь, не развалишься. Прошу, 3 особых блюда на день благодарения. Спасибо. Спасибо. Увидимся позже. Обычных способов. Даже не знаю.
скажу спасибо. Скукотища. Да, ты просто завидуешь. Твоей жизни без любви, что мне не нужно ноги раздвигать. Но ведь это самое интересное. Хорошо, и на этой ноте я хочу сказать, что я очень благодарна вам обеим. Я не знаю, что бы я без вас делала. С днем благодарения. С днем благодарения. Выпьем. Да, жремся. Неплохо. Очень неплохо. Стой. Хорошо, Келли. Молодец. Все в норме. Смотри внимательнее. Внимательнее смотреть куда? Она пролезет в любом случае. Вот так. Отлично. Ты же говорила, что все сделаешь сама. Да, я наврала. Стоп. Что, нужна особая церемония? А ты хочешь просто включить? Я думала... А ты что хочешь? Ладно, врубай. Что ж с тобой поделать?
чувствую себя лучше. Ох, господи. Чувствую себя золотым. Я зашла узнать, не хочешь ли ты пойти позавтракать? А не хочешь поговорить о своей реакции относительно крема? Нет. Точно? Да. Не хочешь сказать прости, что раздула такой скандал из-за дорогого крема, Джейн? Нет. Серьезно? Может, я отреагировала слишком остро, но это, конечно, не заслуживает извинений. Слишком остро отреагировала? Да. Ну ладно. Приятно знать, во что я ввязываюсь. Что? Да помалкивай ты! Ни во что не ввязываешься. Я не это имела в виду. Покатаемся за Твиттер. Хорошо. До встречи. Теперь ты седлаешь лошадь за меня? Ну, я был здесь, подумал, чего ждать. Не волнуйся, ты сможешь помыть их, а потом отвезти. А, понятно. Это был не романтический жест, а в отместку, чтобы я сделала большую часть работы. О чем ты? Пусть изваляется в грязи, потом отведешь в стойло. Нет, но ты же должен чистить их после того, как они... Если настаиваешь. Настаиваю. Ладно, будет сделано. Спасибо. Вот, надень. На себя или на коня? На обоих. Привет, дорогой. Готов покататься? Кошелек. Взяла. Паспорт и билет. Взяла. Взяла. Телефон. Зарядку. И книжку. Вроде собралась. Значит, это все? Если ты о том, готова ли я ехать, то да. Отлично. Утром буду. Нет. Солнечным и ранним. Не уходи. Еще рано. Джейкоб, я вернусь через 5 дней. А потом что? Будем махать друг другу на ферме, пока ты будешь кататься с кем-то еще? Конечно, нет. Тогда что, Кейти? Интрижка заканчивается вместе с праздником? Пока не знаю, но точно не так. Ну ладно.
чем все утром. Нет, не уходи. Мы проспали. Забыли поставить будильник. В чем дело? Ни в чем. Мы опаздываем. Сожалеешь о прошлой ночи? Не сожалею. Мне не нравится, что все это значит. А что все это значит? Это значит, что теперь все будет сложнее, нежели раньше. Когда я говорила, что не хочу серьезных отношений, я не шутила. А теперь это совершенно... Что? Совершенно что? Чего ты так боишься? Этого. Ничего не получится. Мы с тобой абсолютно разного социального и экономического круга. И что? И что? Легко тебе говорить. Твой-то социально-экономический статус рядом со мной только... могут привести к рождению ребенка, к чему-то, что может помешать ее карьере. Да сколько можно заработать, вычищая конюшни? Я владелец фермы, она моя, и та, что через дорогу тоже. Первую я купил, когда мне не было и 30, а вторую пару лет назад. Кейти. Это твоя ферма? А почему ты делал вид, что всего лишь конюх? Знаешь... Я ничего не говорил, потому что... Потому что? Что? Это что, была проверка? Что? Что за бред? Правда? Разве ты не хотел знать, могу ли я влюбиться в обычного конюха? Да уж, ты совсем плохого мнения обо мне. Кейти, я люблю тебя. Видимо. Ты считаешь, что я выбираю партнера, основываясь лишь на уровне его дохода? Я так не считаю. Просто...
Знаешь, я бы поехал с тобой. Что? Домой. На Рождество. Надо было лишь попросить. Всем привет! Привет! Привет, Кейт! Майкл? Привет, Кейт. Давно не виделись. Что ты здесь делаешь? Майкл в городе по работе. Удивительно, правда? Он заскочил поздороваться. Ну, я и пригласила его на ужин. Я не хотел мешать, но твоя мама... Чтобы ты не мог остаться, так ведь, Кейт?